Здравствуйте, дорогие скорпионы! Это совет Купидона на август. Сегодня я использую Таро Архангелов Дорин Вирчи и Редли Валентайна и оракул чувств Лауры Туан. Всего лишь три карты в раскладе. Что карты советуют сохранить в отношениях или какой стратегии, тактики придерживаться в августе, чего не делать или от чего избавиться и чему научиться. Так что карты советуют делать вам, дорогие скорпионы, в августе? Семерка Ариила соответствует семерке Пентаклей в классическом Таро. То есть это перерыв, отдых. Если вы работали над отношениями, вкладывали, что-то делали, то в этом месяце вы можете спокойно наслаждаться жизнью, и вам как-то напрягаться не придется. То есть все, что вам надо было сделать, вы сделали до августа. Если у вас, то есть вам надо будет оценить, помните, когда в классической колоде, когда он оперся на эту лопату и смотрит на это дерево, увешанное пентаклями, и оценивает, насколько хорошо он все это сделал. Он просто терпеливо ждет, когда все это созреет. Вот вам надо посмотреть просто на ситуацию в любви в августе, да, и понять, если вас все удовлетворяет, значит, просто отдыхайте, наслаждайтесь жизнью. Все, у вас перерыв от работы в отношениях. А если вас не устраивает, то надо задуматься, а что вы хотите, какими вы бы хотели видеть свои отношения, и что вам надо поменять, чтобы ситуация изменилась. В первую очередь, конечно же, в себе обычно мы начинаем менять. В себе, в своем поведении, в окружении. То есть вам надо задуматься, оценить текущую ситуацию. Устраивает вас она или нет. Чего карты не рекомендуют делать в августе? Король Гавриила, то есть король жезлов. Ну, излишне не драматизировать, что бы ни происходило. Не быть очень вспыльчивым, ревнивым, таким немножко даже давящим своим авторитетом. То есть быть более мягким. Пожалуй, да. Вот основное, что чего не надо делать, это не надо вспыливать, потому что король жезлов, да, он может быть очень вспыльчивым, таким импульсивным человеком. И чему оракул вам советует научиться? Карта ревность. Ревность, не только ревность, но и какие-то сомнения. Чувство несоответствия, потому что туфельку держит, одеть-то ее не на что. Ножек-то нету, только хвостик. Понимаете? И страх вот показаться, ну, не таким, недостаточно хорошим, якобы, потому что не соответствующим чему-то или чьим-то ожиданиям. Надо учиться свою индивидуальность вам в августе принимать как хорошее что-то. Понимаете, что нельзя под одну гребенку всех расчесать. И, то есть мы выбиваемся из этой гребенки. Кто-то выше, кто-то ниже, кто-то не пролазит между гребешками полненький. Мы все такие разные. И в этом прелесть людей, что они разные. Они индивидуальности. Вот надо от этого страха быть, типа, вот я чему-то там не соответствую, надо от этого стараться избавляться. Не надо бояться быть другим, не надо бояться показаться несостоятельным в чем-то. Не только я имею в виду материально, да, но и вообще в каких-то чертах характера. То есть стараться, надо научиться максимально в августе вам признать свою индивидуальность и не бояться быть другим. Так что, если вы довольны результатом, недовольны своими взаимоотношениями с партнером, значит, вы просто отдыхаете. А если вас что-то не устраивает, вам надо подумать, как бы вы хотели изменить ситуацию, из чего вам стоит начать эти изменения. Так что я желаю вам, дорогие скорпионы, любви и всего самого прекрасного в августе. Пока!